В прямом эфире на телеканале Татарстан 24 программа ЖКС. Жилищно-коммунальные советы. Советы по строительству, ремонту и сфере ЖКХ. С вами Гульнас Миниханова. Здравствуйте. Тема нашей программы – обращение граждан в сфере ЖКХ. Вы можете задавать любые вас интересующие вопросы по начислениям за жилищно-коммунальные услуги, за работу с управляющей компанией или ТСЖ. Звоните нам в прямой эфир 8 800 532 55, телефон для жителей нашей республики, и 511 99 66 для жителей города Казань. Представлю нашего гостя. У нас исполнительный директор некоммерческой организации ЖКХ «Контроль» Дмитрий Сергеевич Романов. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне бы сначала хотелось, уважаемые зрители, ответить на вопрос одного из жителей города Лениногорска, который звонил в прошлую программу, когда у нас был в гостях Сергей Аркадьевич Крайнов, начальник госжилинспекции республики. Вопрос касался отсутствия газа по одному адресу, проспект Ленина, дом 2. Так вот, у нас поступил ответ. Значит, газоснабжение на газовые плиты в количестве 14 штук восстановлено. Сейчас идет вопрос, есть у нас на самом деле, по поводу перехода от газа к электричеству. Задолженность есть за потребленный газ у 33 абонентов, составляет она 89 тысяч рублей. Для выхода из этой ситуации принято решение о переводе газовых плит на электрические. С жильцами ведется работа по погашению имеющейся задолженности за потребленный газ. На самом деле, да, работы ведутся, в принципе, поэтому вы не переживайте, у вас в ближайшее время все вопросы будут решены. У меня теперь вопрос к вам. Дмитрий Сергеевич, расскажите, пожалуйста, какого рода вопросы, какого рода обращения поступали в последнее время, что беспокоит наших жителей, на какие вопросы мы можем сразу дать какие-то направления и ответы? Самый важный вопрос всегда остаются вопросы начисления за жилищно-коммунальные услуги. Кто-то недоволен большими суммами за отопление. Даже лето, несмотря на то, что отопительный период по 1/8, обращение по отоплению все равно есть. Вопросы в связи с тем, что не во всех домах установлены УЗУ погодного регулирования. Есть неработающие общедомовые приборы учета. И вопросы, связанные с должниками, тоже обращения были такие. То есть, обращения от самих жителей, они хотят реструктуризовать свой долг? Дело в том, что кто-то не согласен с теми услугами, которые оказываются, поэтому не платят за эти услуги и обращаются по данным вопросам, чтобы мы им помогли как-то решить данный вопрос. Вопросы также жилищные, то есть вопрос, связанный с общедомовым имуществом, какие-то ситуации, связанные с присвоением подвала, там, председателем ТСЖ, допустим. Потом очень много вопросов связано с товарищ собственниками жилья, потому что если управляющая компания сегодня подконтрольна, имеет лицензионный контроль, все имеют лицензию на управление, тут как бы очень серьезно с ними. А вот товарищ собственников жилья – это человек, избранный из числа собственников данного дома, и поэтому не всегда та деятельность, которую он осуществляет, имеет как бы право правильно расходовать денежные средства. И вообще вопрос связан с тем, что не работают судебными приставами тоже именно председатели товарищ собственников жилья. Также вопросы, связанные с капитальным ремонтом. То есть вопрос по тому капитальному ремонту, который сегодня происходит, в принципе, нет. Вопрос именно по организации капитального ремонта. То есть когда дом попадет именно в программу. Несмотря на то, что есть долгосрочная программа Министерства строительства, архитектуры ЖКХ Республики Татарстан, каждый год формируется краткосрочная программа. Поэтому жители, которые хотят попасть ближе из долгосрочного, они должны все-таки собрание собственников жилья провести, чтобы постараться попасть и быть включены в программу чуть-чуть поближе. У меня вопрос. Например, вот мне звонили вчера с улицы Космонавтов. Их дом отнесли к 34-му году по одному виду, по одним видам работ. На 43-й год какие-то другие виды работ отнесли. Сейчас они хотят провести капремонт пораньше. Они сейчас собирают 5 рублей 85 копеек, как и все, да, с квадратного метра. Им необходимо сделать кровлю и фундамент для того, чтобы, во-первых, ускорить процесс, и во-вторых, наверное, чтобы как-то оценить то, что им необходимо, сколько денег им необходимо на эти работы, что нужно сделать? Ну, в любом случае, собственник или совет многоквартирного дома должен провести собрание собственников жилья, в котором необходимо на это собрание пригласить представителя управляющей компании. Если есть муниципальная квартира, то представителя администрации, в котором понять, действительно, сколько денежных средств собрано на многоквартирный дом. Несмотря на то, что мы формируем деньги в региональном операторе, за каждым домом все равно сформирована определенная сумма денежных средств, которые пойдут на те или иные виды работ. Эти деньги целевые, они никоим образом не расходуются управляющей компанией.
Поэтому нужно провести собрание собственников жилья. Притом надо посмотреть, может быть, формируется проектно-сметная документация именно на капитальный ремонт. Оценить, какие виды работ необходимо сделать и постараться совместно с управляющей компанией дом, который уже достаточно определенного периода времени, который уже срок подошел, нужно стараться включать на ближайший период времени. Притом не надо исключать взаимодействие с местной администрацией района. Хорошо. А если может ли инициатором этого собрания собственников жилья быть не председатель совета многоквартирного дома, а другой активный просто житель этого там сосед? Конечно. Очень активный человек. Главное, чтобы он был собственником многоквартирного дома. То есть, если он будет инициатором, конечно, это можно сделать. При этом нужно понять, что собственником не только жилого помещения, но и нежилого помещения также может быть инициатором общего собрания при проведении капитального ремонта или того или иного вопроса, который нужен в многоквартирном доме. Сейчас горячая пора капитального ремонта, и многие уже дома, наверное, находятся на стадии завершения и проходят акты приемки передач. Да, наверное. Что нужно внимание обратить, и кто же все-таки подписывает все эти документы? В любом случае подписывает документ председатель совета многоквартирного дома, и если его в доме нет, то собственники, то есть которые есть дефектная ведомость, там, и даже по текущему ремонту, по каким-то видам он должен подписывать. Здесь дом сдается, потому что те или иные виды работ, по которым собственники нуждались, эти работы были проведены, и вот сейчас приемка происходит, нужно качественно посмотреть, что было сделано. Потому что после того, как все это подписано, еще есть гарантия на этот капитальный ремонт порядка 5 лет на эти виды работ. Потому что разные ситуации бывают именно по качеству. Кто-то сделал некачественную работу, это требует того подрядчика, который он выполнил. И собственник может не подписывать до тех пор, пока подрядчик не устранит те или иные нарушения. Что-то небрежно, мусор валяется. Допустим, сегодня проблема еще какая? Допустим, в квартире меняют стыки канализационные. Угу. Допустим, сосед не хочет пускать в эту квартиру, но верхний этаж управляющей компании поменяла жителям, нижний этаж поменял, а собственник не пускает. На ком лежит ответственность, если вдруг прорвет? На собственнике. На собственнике. Но должен быть составлен акт, что собственник не пустил по той причине, может, у него был сделан ремонт, либо он просто не пустил, потому что, ну, разные люди бывают. Он подпишет акт, если вдруг будет пробой, будет ответственность лежать на нем. У нас есть звонок. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Да, говорите. Дмитрий Сергеевич. Здравствуйте. Дмитрий Сергеевич, добрый день. Меня зовут Евгений, город Альметьевск. Я к вам обратился на сайт «Мой депутат» по такому вопросу. Вот. Повторяется ситуация 2015 года. Я тоже также на прямой эфир к вам обращался по этому вопросу. На все наши противостояния нам поставили ЭТП в многоквартирных домах. Мы от них отказывались, потому что по опыту с первых микрорайонов, где ранее установили, стоимость горячей воды там значительно повысилась. Но несмотря на все, нам это, значит, установили эти самые ЭТП, и у нас стоимость горячей воды повысилась. Я обращался к вам, потом, значит, собрания были, значит, вот. После того, как Айрат Ринатович Хайруллин лично вмешался в ситуацию, ситуация урегулировалась. Вода стала стоить, ну, приближенно к нормативу 172 рубля, но иногда 200 достигала, потому что мы понимаем, что там двухкомпонентная оплата за воду и за подогрев, это понятно. Но сейчас, значит, тут у нас новый руководитель города, Нагуманов, управляете, видимо, руки у них развязались. За июль горячая вода вот в моем доме по Ленина 106 стоит 400 рублей 25 копеек. И вот я знаю, его случайно присутствовал на собрании по Гасиатуллина 51А. Там женщина выступала, значит, у них стоимость горячей воды 500 рублей кубометр. Вот, пожалуйста, объясните в прямом эфире, в чем же логика вот заявления властей, значит, руководителей этого самого вот тепловых, теплоснабжающих компаний о том, что вот эти ЭТП, они экономичны. Спасибо большое за обращение, за звонок. Что делать с повышением? Нужно пояснить, что мы ушли от системы как раз котельных, и во всех домах установлен индивидуальный тепловой пункт. То есть вода готовится по двум компонентам на квартирных домах. А вопрос, связанный с Альметьевском, в Альметьевске тариф на холодную воду достаточно дорогой. Это тоже и немаловажный факт в расчете на горячую воду. Опять же, есть норматив на подогрев.
Министерство строительства, архитектуры ЖКХ, он тоже рассчитан. Для каждого муниципального образования тоже это есть, совместно с департаментом. Потому что коммунальные тарифы – это комитет по тарифам, тот, кто отвечает. И поэтому сумма не должна превышать за кубический метр. Ну, то есть, ну, в Казани, по крайней мере, не больше 150 рублей должно быть. То есть, у районе... них по улице Ленина 106, а по другому адресу 500 рублей. Здесь в любом случае есть какие-то нарушения, потому что на самом деле все зависит от многоквартирного дома. Чем меньше дом, в котором есть ИТП, тем дороже будет горячая вода. Должен быть выработан определенный норматив на каждого поэтажного многоквартирного дома. То есть либо какая-то проблема есть у тех, кто производит расчет, может быть, управляющая компания что-то. Мы тогда, наверное, посоветуем нашему жителю из города Альметьевск обратиться в государственную жилищную инспекцию за просьбой провести перерасчет или провести там разъяснительную работу, просто в чем причина такой большой стоимости за горячую воду. По каким еще вопросам обращаются жители? Знаете, вопросы сейчас появляются вот какого рода. Есть управляющие компании, которые или ТСЖ, или ЖСК, которые достаточно нормально управляют многоквартирными домами. Мы сравнивать их не можем, потому что все зависит от руководителя, как он поставит работу и как он взаимодействует с гражданами и собственниками данного дома. Возникают такие вопросы, в которых собственники или другие управляющие компании осуществляет, допустим, рейдерский захват в этих многоквартирных домах. Про рейдерский захват и про смену управляющей компании мы сейчас с вами поговорим. У нас есть звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, говорите. Здравствуйте. Это я хочу вот спросить. У нас 20.05 прошел ремонт, и я поменяла унитаз. Они мне поменяли, потому что разбился это, а часть не дали. Правильно это или нет? Спасибо. Ну, в некоторых многоквартирных домах при организации капитального ремонта меняют унитазы. Но это все осуществляется по инициативе управляющей компании, подрядчиков, которые формируют данную программу. На самом деле унитаз – это все-таки индивидуальное имущество. Конечно, каждого собственности. Да. И то есть, ну, надо быть благодарным управляющей компании, что она эти виды работ меняет. Но все зависит, опять же, от людей, которые проживают, какие свои населения там в этих квартирах живут. Но вообще, в принципе, это допускается. Ну, допускается, но это все-таки индивидуально, это не общее имущество. То есть до канализационной трубы заглушку ставят, а дальше уже человек сам. Хорошо, теперь вернемся к управляющим компаниям, а потом затем по другим вопросам, по которым еще жители обращаются. Часто задаем вопросы такие, да? Как провести смену управляющей компании, это раз, очень коротко, да? И как, что сделать, если вам не нравится та компания, которая хочет провести рейдерский захват? У вас есть своя управляющая компания, она у нас вполне устраивает, и вы ее не хотите менять, но приходят другие люди, которые хотят это сделать. На самом деле нужно понимать, какие мотивы преследует управляющая компания, которая хочет... Вы все прекрасно понимаете, какие они мотивы хотят преследовать. Но управляющая компания осуществляет свою деятельность правильно, вовремя вывозит мусор, то есть делает свою работу хорошо. И те тарифы, которые сегодня есть, и жилищные, и коммунальные, я могу смело сказать, что жилищных тарифов, они достаточно низкие у нас, несмотря на то, что и хорошая собираемость есть у граждан, но и этих жилищных тарифов не хватает на то, чтобы хорошо содержать многоквартирные дома. Поэтому... можно пообещать все, что угодно жителям и сказать, что у них будет все еще гораздо лучше и тарифы будут низкие. Это достаточно неправильное мнение. Вот. У нас есть еще один звонок. Алло, здравствуйте. Говорите. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас беспокоит Светлана Геннадьевна. Я из поселка Юдина, улица Лейтенанта Красикова, дом 12. У нас проходит капитальный ремонт дома. Нам поменяли стояки, поменяли батареи, поменяли канализационные трубы. Но у нас не поменяли проводку за 50 лет этого дома. И у нас очень безобразные страшные подъезды. Ни разу не было ремонта. Спасибо.
Спасибо за вопрос. В принципе, понятно, что текущий капитальный. Текущий капитальный, но, видимо, дом ремонт был не комплексный, то есть частичная замена именно коммуникаций, которые проходили в доме. То есть, опять же, нужно через собрание, через управляющую компанию выяснить, потому что текущий ремонт мы отдельной строчкой собираем, чтобы, потому что каждые 5 лет нужно производить, но понятно, угу. что это не всегда не реализуется вовремя, нужно обращаться в управляющую компанию. Вот, а по каким еще вопросам обращаются наши жители? Сегодня, на сегодняшний день в разработке программа «Наш двор». Эта программа подразумевает собой благоустройство порядка чуть более 9 тысяч многоквартирных домов в Республике Татарстан. Это касаемо именно то, что каждый двор должен быть благоустроен по, ну, как сказать, по одному типу, виду таких элементов, как детская площадка, песочница, ограждение, межквартальные проезды, дорога. Допустим, вопрос связан с установкой лавочки, то есть ограждение мусорно-контейнерной площадки. То есть вот, это, вот этот весь набор элементов во дворах должен быть установлен до 2024 года. То есть вот та программа, которая запускается, она будет подразумевать эту работу. Ну, я бы хотела здесь сделать ремарочку одну, что не попадают под эту программу дома, которые, если дом младше 5 лет. Ну, то есть до 2014 года. Если он, да, он построен. И в ближайшее время заработает сайт dvor.tatar.ru, на котором вы можете оставить свои пожелания, вопросы. И будут проведены определенные виды работ. У нас 7 видов работ. Озеленение, да, площадки ТКО. Потом озеленение, ТКО, установка детской площадки, потом ограждение, строительство межквартальных проездов, ну, дорогу, чтобы сделали правильное освещение. А как же вопрос будет решаться, например, буквально вот парковочными местами? Ну, как бы вот не секрет же у нас с парковками проблемы во многих дворах, да, не только касается города Казани, но и многих других населенных пунктов. Как же здесь быть, если, например, жители захотят себе парковочные места? На сегодняшний день проходит анкетирование, то есть во всех многоквартирных домах учитывается мнение граждан, что нужно, чтобы благоустроить их двор, что им необходимо сделать, потому что дворы разные, уникальные, в некоторых дворах какие-то элементы уже присутствуют, в некоторых есть в приоритете, где-то вообще нет детских площадок, где-то, если мы возьмем двор, например, Хрущевка, в ней вообще не предусмотрены парковочные места, поэтому та программа благоустройства, которая была до этой программы, то есть, возможно, по решению общего собрания было уменьшение дворовой площади в хрущевочных дворах, допустим, где были карманы для парковочных мест, то есть какие-то что-то организовано. То есть то анкетирование, которое проводится, оно будет учитывать мнение граждан, что именно нужно благоустроить в дворе их многоквартирных домов. Я на самом деле буквально хочу вот одну ремарочку сделать, что на эту программу будет потрачено порядка 50 миллиардов рублей, и эта программа беспрецедентная в плане того, что у нас ни в одной стране мира нет нигде такой ситуации, когда государство входит благоустройством, входит ремонтом в частную собственность. Ведь двор, как бы зачастую придомовая территория, это все-таки собственность жителей. И вот этим, конечно, эта программа, она является такой, наверное, сенсационной, я не побоюсь этого слова. Спасибо вам большое за беседу. Я надеюсь, мы помогли нашим зрителям. Увидимся с вами ровно через неделю. Это была программа ЖКС. До свидания. До свидания.